персонажи комиксов, вырезки из газет, красочные этикетки, лейблы, постеры. Заурядные продукты масс-маркета обретают на подиуме новое неожиданное прочтение. Модная одежда с принтом поп-арт – это иронично и эстетично, броско и неординарно. 60-е годы, когда художники, дизайнеры посмотрели на смятые автомобили, на старые фотографии, на мультяшных героев и сделали из, казалось бы, то, что доступно массово всем понятно, сделали из этого некое искусство. И сейчас изобретенный в середине 20 века тренд снова мега актуален. В весенне-летнем сезоне 2018 в моде одежда, густо усыпанная мелкими пестрыми картинками или с одним эффектным изображением. Причем дизайнеры предлагают нам носить самые разные предметы гардероба в стиле поп-арт. Плащи и платья, комбинезоны и брюки, лосины и сумочки. Демократичный весенний лук, белая футболка с надписью и трикотажная юбка с оттисками этикеток из прошлого. Для того, чтобы не сойти за школьницу и за девочку легкомысленную, есть некоторый момент. Образ нужно упростить, удорожить. Упростить, то есть подобрать остальной комплект максимально понятного классического кроя. И удорожить образ, значит использовать благородные фактуры, шерсть, твид, шелк и солидные стоящие аксессуары. И придя на работу в офис, даже в очень серьезную компанию, совсем серьезную, со строгим стресс-кодом, вы все равно будете смотреться актуально. Актуально, но тем самым будете сигнализировать во внешнюю среду, что с моим статусом все в порядке. Я четко понимаю свое место здесь. Хотя, если вы любите быть в авангарде модных тенденций, ничто не запрещает вам выбрать взрывной Total Look и превратиться в арт-объект современного искусства. По крайней мере, так рекомендуют именитые модные дома, такие как Versace и Prada.